Я продолжаю обсуждать самые новые новости из сферы вот всей вот этой вот, знаете, GTA КРМПшной, вот всей вот этой вот, знаете ли, Black Rush и всех вот этих вот остальных вещей. Поэтому сегодня здесь, в общем-то, я опять-таки обсужу. Вы, кстати, можете посмотреть предыдущий ролик из этой же, наверное, то ли рубрики, то ли чего-то вот этого всего прочего. Вы все это можете посмотреть именно вот по подсказке. Хотя нет, подсказку мне будет, наверное, лень добавлять. Я такой, типа... Блин, да зачем все это делать? Или не лень? В общем-то, я не знаю. Посмотрите предыдущий видеоролик на канале. Они выходят каждый день в 20:00. И какой-то вы из них явно пропустили. А если вы как бы пропустили, то зачем вы это сделали? Вот я вам вот так могу сказать. В остальном, конечно же, давайте продолжим. Или не продолжим. Или, в общем-то, еще много всего, наверное, тут сделаем. Однако, давайте, в общем, перейдем ко всему этому. Black Rush добавили на сервер новые электромобили. Tesla Model X и Model S, и, соответственно, электрические заправки для них. И, то есть, еще Снегурку, получается, добавили и всех прочих. То есть, Варпач, я так понимаю, будет доволен Black Rush, и, скорее всего, сейчас Black Rush, она готовит вот все вот эти вот обновления для того, чтобы Варпач мог нормально поиграть на всех вот этих вот, я не знаю, Black Rush'ах, на всех вот этих вот машинах, чтобы он там мог купить, чтобы его какие-то, возможно, подписчики могли все это купить. То есть, скорее всего, нас ожидает, я так понимаю, рекламная кампания с варпачом. Или там, я не знаю, когда добавляли скин бустера, многие тоже говорили, мол, о, это будет рекламная кампания с бустером, это будет рекламная кампания с тем, с тем, с тем. По итогу рекламной кампании, как вы понимаете, с бустером не было. Хотя, может быть, она и была, я ее пропустил. И сейчас вам тут, я не знаю, там дезинформацию какую-то всю вот эту вот нагоняют. Для чего? Ну, типа, непонятно. Я, если что, извиняюсь за всю вот эту вот дезинформацию, за все вот эти вот прочие вещи, потому что, ну, как бы, зачем, что, откуда, почему. В общем-то, ладно, это все не важно. Давайте рассмотрим все по порядку. Начнем слева направо, как у нас это обычно и бывает. Как обычно, я там, не знаю, читают все, возможно, стихи, произведения великих писателей и так далее, и всех прочих, возможно, людей читают. Вот, слева у нас, значит, Tesla Model S, S и X, и XS Max. Я не знаю, я в машинах не разбираюсь. В общем, какая-то у нас там Tesla слева есть. Она такая, знаете, у нас красная. Если от Снегурки, то, разумеется, Tesla будет справа. Но, в общем-то, красная Tesla с такими вот откидными дверями наверх, типа, ну, наверное, да, наверное, вот нечто подобное, оно иногда в той или в иной степени бывает. Потом мы идем дальше, у нас идет Снегурка, скин вот такой, знаете, Снегурочки. Я не знаю, зачем летом нужна Снегурочка, типа, Black Rush, вы че, серьезно, зачем вы это добавили летом? Для чего? Типа, снег какой-то, какой-то вот этот вот весь мод, зачем вы это делаете? Модпак какой-то вот этот вот весь зимний, для чего? Вы че, серьезно, чуваки? Зачем? Я не особо понимаю, тем более, вот смотрите, везде снег, везде какая-то зимняя карты, и все это происходит летом. Возможно, они живут там не совсем в России, вот эти вот разработчики Black Rush, и у них там где-нибудь, я там не знаю, есть зима, там, где они живут, у них сейчас зима, и поэтому они скоро там думают встречать Новый год, или там Рождество, или там еще вот эти вот все прочие праздники, поэтому они, возможно, добавляют всех вот этих вот снегурочек, все вот эти вот, я там не знаю, зимние пейзажи, дороги и так далее. То есть, ну, типа, для меня это как-то странно, но если для вас это вполне там, типа, нормально или вроде того, то, как бы, кто я такой, чтобы вам как-то вот против всего этого идти. И последнее, что мы сегодня обсудим, это Tesla, который идет справа, или там слева от Снегурки, или справа от вас. В общем-то, это такая, знаете ли, какая-то, то ли это, ну, какой-то цвет бирюзовый, какой-то оттенок синего цвета, или какого-то еще. То есть, я же не обязан все эти оттенки типа знать. Цветов всего три. Это красный, синий и, по-моему, зеленый. А все остальное, это их оттенки. И знать все вот названия этих оттенков, это типа, ну, такое себе. Поэтому вот есть у нас вот такая вот машина Tesla с каким-то непонятным оттенком. В общем-то, покрасить ее можно будет в любой цвет, как лично я подозреваю. Вот опять-таки машины неплохие. Снегурка, вот этот вот весь скин, он тоже неплохой. Правда, почему зима, когда сейчас уже там, я не знаю, какой 4, 5, 6, 7 июня, и типа какая зима, какие вообще вот эти вот все прочие вещи, неважно. Потому что Black Rush, там, знаете, мой никнейм Данила КПРФ, он в описании. Ссылка на скачивание лаунчера также находится в описании. И, в общем-то, мой промокод хэштег ZDS, он также находится в описании. Всем спасибо за просмотр, увидимся тут же завтра. Я надеюсь, что все это будет в 20:00, либо же немного попозже, либо же немного пораньше. В общем-то, как все это пойдет, так оно все и будет. Всем пока.